Снова вернулись мы на место штаба 110 стрелковой дивизии. Здесь ранее нами были подняты останки немецкого солдата. Но это было в году, не помню, в 13-м, наверное, 12-м. В общем, лет 10 назад. Воды, как видно, не уменьшается, а только прибавляется, дожди не прекращаются. Но все же мы решили вырваться в это место и походить. Алексей пошел с верховым прибором, я же пойду сейчас с глубинным. Все-таки побродим здесь, вокруг этого места. Первая незначительная находка — это вот магазин от МП-3840, машин-пистоль. Как видно, земелька здесь съедает абсолютно все. Ну что, походили мы вокруг и около. Железа здесь довольно много, начиная вот от деревенского в виде топориков, подков и прочего, и вот заканчивая боевыми. Нашли там место одно, вероятнее всего немецкие пушкари там стояли, толкачей, гильз там очень много, у купорок отстрелялись они там, видимо, мама не горюй. И вот трак тоже попался, потом посмотрим, от чего он, ставим похож, как будто как от немецкого танка. Ну, что-то задняя часть, не знаю, смущает. Посмотрим. А так вот все так же продолжают попадаться куски каск. Кстати, на удивление, да, Леха, этих нет штыков четырехгранных, обычно-то по... ну, может, сгнили, да, может, подвыбрали. Вот сейчас немножко перекусим. Чудо еды волшебный, придающий силы и энергии. Пойдем дальше побродим. Вот это самое место. Видно, как полупросека, полудорога была. Немцы сюда приволокли свое орудие в виде пушки. Ну и вот, собственно, сами эти толкачи, гильзы. Как видно, их здесь довольно много. Если так примерно посчитать, это вот здесь 4 лежит. И идя вот по этой насыпи, они периодически попадаются вместе с укупорками. Вот еще один, 5-й. Вот на дереве стоит. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Там он, 18-й, стоит. В этом самом лесу. Здесь же вот еще один. В общем, здесь их очень много. Как видно, немцы здесь отстрелялись, как говорится, довольно плотно. Вот самые укупорки. Тоже, как видно, здесь еще вставки алюминиевые. И вот, кстати, на склоне этой же насыпи тут же можно наблюдать и сам снаряд неотстрелянный. Он, как видно, врос в дерево, туда в корневище. Но поясок без нарезов, то есть не отстреляли его. Приготовили. Но не улетел он по цели в заданный квадрат. Все, пойдем мы дальше исследовать это место. Сейчас чуть-чуть сместимся поближе к дороге. Там вдоль дороги как-то побольше попадается именно вот боевых вещей, таких как противогазы, лопатки наша советская и прочая утварь. Так что будем прижиматься лучше ближе к дороге, к просеке.
Продолжаем мы здесь ходить вокруг и около. Видно, немецкая фляжка выпала. Рубашка от гранаты. В общем, так, железа довольно много. Ну, все какое-то такое никчемное, скажем так. А вот, кстати, да, подшлемник. Подшлемник немецкого. С клеймом. 37-й год. Размер 64 на 57. Нормальный такой котел был. Вот, сейчас над нами сгущаются тучи. Не знаю, что-то здесь гром гремит. Периодически молнии сверкают. Сейчас мы вещи потихоньку упакуем. Ну, а там уже посмотрим по ситуации. В лесу окончательно потемнело. Ну, как слышно, громыхает вовсю. Гром, молния. И потихоньку нас обкладывает с двух сторон. Ну, вот и капельки начались. В общем, решили мы сворачивать нашу коротенькую и веселую экспедицию. Там как можно не успеть дойти сухими. Но это мы навряд ли и так успеем. Но, конечно, дождь обещает быть сильным. Судя вот потому, что гремит с обоих сторон. И слева, и справа. Туча долго идет. Все, ладно, собираемся. Пойдем в сторону дома.